На Ямале приемные родители будут проходить специальную подготовку. Дмитрий Кобылкин утвердил программу и порядок подготовки людей, которые решили принять в семью ребенка на воспитание. По мнению властей, проведение такой подготовки с будущими потенциальными родителями позволит повысить их психолого-педагогические и правовые компетенции, сформировать необходимые навыки для воспитания малыша. Курсы должны будут организовать органы опеки и попечительства или уполномоченные ими организации. Предполагается, что пройдут они в форме консультаций, тренинговых занятий, лекций по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний. Их проведут социальные педагоги, юристы, психологи и медицинские работники, имеющие практический опыт работы с приемными семьями и детьми. Будущим родителям предстоит пройти диагностику психологической готовности принять в семью ребенка, психологическое обследование и итоговую аттестацию в конце всего курса.